Чудесный день представляет. Ну и ветер сегодня разгулялся. Птеродактиль, может тебе яйцо на землю спустить, пока такой сильный ветер? Мое гнездо любую погоду выдержит, соседушка. Ну, как тут наш малыш? Еще не вылупился? Пора. Давай, сынок, папа тебя очень ждет. Я такая голодная, ты не принесешь чего-нибудь? Конечно, пошел охотиться. Помогу. О, вроде яйца целые. Ты чуть не погубила наши яйца. Не надо так сердиться. Я уже забираю яйцо и улетаю. Счастливо оставаться. Стой, стой! По-моему, ты мое яйцо забрала! Что случилось? Что-то с яйцом? Нет, оно на месте. Это не наше яйцо. Как не наше? Был сильный порыв ветра, и гнездо птеродактиля упало на нас. И она по ошибке забрала не свое яйцо. А по-моему, очень похоже на наше. Успокойся, тебе надо отдохнуть. Не надо мне отдыхать. Это не наше яйцо. Понюхай. Пахнет яйцом. Ну хорошо, я отыщу птеродактиля и приведу сюда. С яйцом. Конечно, ты согласна? Да, иди же скорей. По-моему, очень подходящее место. Здесь ты будешь в безопасности. Вот так. Ой, ты вылупляешься, что ли, малыш? Ой. Посмотрим. Давай я тебе помогу, малыш. Ну-ка. Ты кто? Мама? Нет, нет, тут ошибочка вышла. Сиди здесь и никуда не уходи. А я сейчас приведу твою маму. Куда же ты, мама? Я с тобой. Ой. 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 Мамочка, я уже бегу. Там. Ты забрала мое яйцо. Да, и твой малыш уже вылупился. Он там. Пойдем же скорей. Ух,
Ух ты! Как здесь здорово! Ой! Нет, ты потерялся? Нет, я просто ищу маму. А, ну ищи. Иди сюда, он здесь. Но здесь никого нет. Как ты могла оставить моего ребенка одного? А это был мальчик или девочка? Сын у тебя. Где же мне теперь его искать? Чего ты ко мне пристал? Я тебе 100 раз уже сказал, что я не твоя мама. Дорогая, ты что здесь делаешь? Почему ты ушла от яйца? Это не мое яйцо! Ты опять начинаешь? Я же... Из нашего яйца уже вылупился сын и куда-то ушел. А эта птеродактилиха упустила его! Сынок, мама, ты нашелся, мой родной, мой мальчик. Это наш сын? Да, познакомьтесь. Да мы уже знакомы, он уже целый час за мной ходит, а я его прогонял, а это, оказывается, мой сын. Прям семейная идиллия. Пойдемте же скорее домой, устроим праздник. У меня сын родился. Скоро увидимся, ребята. Как я люблю змеиные яйца! Уже представляю себе, как буду ими лакомиться! Еще? Давай же, лезь! О. Все, это последнее яйцо! Думаю, здесь вы будете в безопасности. Ой, так вот, где ты прячешь свои яйца. Ах, как ты нас нашел? Я следил за тобой. Но я была очень осторожна. Ты еще молода и неопытна.
и за это поплатишься своими яйцами. Нет, я тебе их не отдам. Не смеши меня. Домой же! О, да ты застрял. Ну вот и посиди здесь. А у меня есть время перепрятать яйца. Нет, стой! Вот я глупец! Ну почему я не подумал, что проход слишком узкий? Долго еще идти? И куда вообще ты меня ведешь? Почти пришли. Я нашла очень вкусный куст. Хочу, чтобы ты попробовала. А это что там торчит? Похоже на хвост. Где? Я ничего не вижу. Вон там, за кустами. Последнее осталось. Счастливо оставаться. И кто из нас молодой и неопытный? Желаю хорошо провести время. Еще издеваешься? Это ты зря. Рано или поздно я выберусь отсюда. И тогда держись, гадюка. Кобра? Да какая разница? Привет, Дилофозавр. Ты что, застрял? Нет, я охочусь, а вы мне мешаете. И на кого же ты охотишься? Не ваше дело. Убирайтесь. Ладно, а мы могли бы помочь? А может, надо было попросить помощи? Нет. Я не могу признаться, что я застрял. Позор-то какой! Ты была права. Очень вкусный куст. Здравствуйте! Вы случайно не видели Дилофозавра? Везде его ищу. Мы договорились с ним сегодня пойти вместе на охоту. Видели? Он застрял между камней у ручья. Только признаваться в этом не хочет. О, спасибо. О, вот он. Эй, Дилофозавр, ты меня слышишь? Это я. Слышу. Травоядные сказали, что ты застрял. Ох уж эти сплетницы. Я же им сказал, что охочусь. А ты охотишься? Без меня? Мы же договорились. Да застрял я. Что, не видно? Помоги лучше. А, да, конечно. Я сейчас. Ты чего делаешь там на моем хвосте? Я тут это... Я сейчас. И чего это вы тут делаете? Охотимся. Интересный способ охоты. Никогда такого не видел. Лети, куда летел птеродактиль? Я от такого зрелища забыл, куда направлялся. Давайте помогу. Давай тащим их.
Да ты, дружок, основательно застрял. Боюсь, пока совсем от голода не станешь тощим, не выберешься. Что ты каркаешь? А ну, брысь отсюда! Как невежливо. Я уже такой голодный. Отстань, говорю. Это ты мне? Нет. Да чего ты прицепилась? Ты представляешь, Тирекс? Дилофозавр застрял в камнях, когда охотился, и выбраться не может. Вот смеху. А это любопытно. Ну что вы собрались, как в театре? Идите занимайтесь своими делами. Мы помочь хотим. У нас все под контролем. Да, мы видим. Эй, Дилофозавр, может тебе все-таки помочь? Нет, я сам справлюсь. Да не справишься. Забудь ты про свою гордость и позволь тебе помочь. Я охочусь, а вы мне мешаете. Да брось ты! Мы все знаем, что ты застрял. Что же делать? Сил больше нет здесь торчать. Может, признаться? Нет, не могу. Все будут думать, что я, Дилофозавр, беспомощный. А что, лучше умереть от голода в этих камнях? Эх, это кобра. Все из-за нее. Ты чего там бубнишь? Ну что решил? Помогать тебе? Или мы пошли? Помогите. Вот так бы сразу. За работу. Часть камней надо убрать. А потом сможем вытащить его. Поберегись. Ты... Как, трицератопс? Нормально, только будь поосторожней. Ага, ладно. Вот так. Давай. Ой. Давай. Вот. О. И последний. Вы теперь думаете, что я слабак и ни на что не способен? Почему? Мы все знаем, что ты один из самых сильных хищников, а попасть в неприятную ситуацию может каждый. И не надо бояться просить помощи. Мне трудно в этом признаться. Но я вам очень благодарен. Ну что, мы идем охотиться. Ты обещал мне показать новый прием охоты. Да, я очень голодный. Скоро увидимся, ребята.
И как нам пройти? Уступи мне дорогу! Сначала я пройду, а потом ты! Почему это я должен уступать тебе дорогу? Вот ты и уступи мне! Вот еще! Чтобы я травоядному дорогу уступил! Не бывать этому! Я старше тебя, имей уважение! Уважение к травоядному? Не смеши! Уйди с дороги! Нет, тогда держись! Ах так! Вот тебе! Мой лоб посильнее твоего будет! Это мы еще посмотрим! Мне тоже на тот берег реки надо перейти. Не мешай! Что здесь происходит? Да вот, посмотри, два упрямца встали на мосту и не могут выяснить, кто кому должен дорогу уступить. А что? Это интересно, кто кого? Мне кажется, у трицератопса лоб потверже будет. Я буду за трица болеть, а ты? А я хочу на тот берег перейти. Да ладно тебе, успеешь. Не каждый день такие зрелища у нас происходят. Давай, давай, нападай, трицератопс! Ох, и утомил ты меня! Ну, держись! Ха! У меня лоб непробиваемый! Зря стараешься! Непробиваемый, говоришь? Это мы еще посмотрим! Посмотрим! Вот это да! Наконец-то мост освободили. Неужели тебе не интересно, чем все закончится? Нет. А ну пошла. Квакленное безобразие. Ну что, продолжим? Зачем? Мы же уже не на мосту. Значит, ты все-таки струсил и признал, что мой лоб крепче. Вот еще, ничего я не признавал. Тогда продолжим. Как же достали эти динозавры! Столько шума от них! Ну, держись! Вот так!
молодец, рыбина! Что? Что ты собралась делать? Второй. Ха! Лоб у них сильный. Вот мой хвост. Другое дело. Технический нокаут. Хвост рыбы оказался сильней. Эй, трицератопс, ты как, жив? Вроде да, только все бока отбил. А ты тоже? А у тебя реально крепкий лоб оказался. Спасибо, но твой лоб ничем не хуже моего. Думаешь? Уверен. Слушай, а пойдем попробуем нашими лбами дерево сломать. Посмотрим, на что мы способны. А что, я согласен. Еще увидимся, ребята. Ну что, на кого будем охотиться? Предлагаю на трицератопса. О, Тирекс, как я люблю смотреть, когда ты охотишься. Нет ничего прекраснее этого. Я услышал слово «охотиться». Ты опять принялся за старое, Тирекс. А что тут такого? Я хищный динозавр, и это нормально, охотиться на травоядных. У нас перемирие, ты забыл? Нет, не забыл, но кому нужно это твое перемирие? Всем нужно, у нас сейчас тишина и покой, много детишек бегает, а для охоты много другой живности в лесу. Я не позволю тебе обижать травоядных. Пошли отсюда! Но мы еще встретимся с тобой, гигантозавр! Не связывался бы ты с Тирексом! Ох уж этот Тирекс! Когда же он успокоится? Как надоел мне этот гигантозавр! Никакой жизни! Я должен с ним сразиться! И тогда наступит конец перемирию! О да, Тирексик, ты победишь его! Я в тебя верю! Нет сильней тебя никого в нашей стране динозавров! Да и во всем мире тоже! Но я не буду глупцом! Не стану я сражаться с гигантозавром! Я нападу на него, когда он спит! Ты еще и умный, Тирекс! А когда? Когда ты на него нападешь? Сегодня! После обеда он всегда ложится спать. Вот тогда я и разберусь с ним. Пошли, найдем удобное место и будем ждать. Теперь пора спать.
Недолго тебе, гигантозавр, осталось править нашей страной. Пора. Сиди здесь. Что происходит? По-моему, гигантозавр попал в беду. Бежим скорей! Травоядные, за мной! Вот и все! Конец перемирию! Как ты? У меня повреждены лапы. Я не могу продолжать борьбу. Тирекс победил. Да, победил! Я всегда побеждаю. Теперь я хозяин страны динозавров. И я говорю всем, перемирие окончено! Все меня слышали? Не делай этого, Тирекс! Кто тут пищит? Тебе мало раненых лап? Давай добавим! Не тронь его! Мы не дадим его в обиду! Он наш предводитель! И мы не хотим, чтобы ты становился хозяином страны динозавров. А мне как-то все равно, чего вы хотите. Ладно, я сегодня добрый и не стану вас есть. Живите последний день спокойно. Нет, день — это слишком долго. 2 часа. Да, 2 часа достаточно. Как раз я проголодаюсь. Что же делать? Гигантозаврик миленький, помоги! Я не могу подняться. Извините. Ох. Я знаю, что делать. Ты? Иди, не мешай взрослым думать. Ну, выслушайте меня. Ладно, чего ты придумал? Надо идти за тем динозавром, который живет в соседней долине. Только он сможет справиться с Тирексом. О, да! Как же мы про него забыли! Только он живет очень далеко. Мы не успеем за 2 часа сходить туда и обратно. А я на что? Я быстро до него долечу. Это где-то здесь. Извините за беспокойство, многоуважаемый. Кто посмел меня разбудить? Это я! У нас в стране динозавров беда! Тирекс напал на спящего гигантозавра и повредил ему лапы!
И теперь Тирекс объявил себя хозяином и прервал перемирие. Какой подлый поступок! Напасть на спящего! Всегда знал, что Тирекс труслив. Не люблю трусов. Так вы нам поможете? Да. Только надо торопиться, пока Тирекс не проголодался. Какой вы все-таки огромный! Никогда таких динозавров не видел. Что-то я уже голодный. Но ты дал травоядным 2 часа. Я дал, я и заберу назад. Чего ждать-то? Пошли. А вот и я! Не ждали! А я проголодался! Но еще не прошло 2 часа! И что? Я хозяин! Я решаю, когда прошло 2 часа, а когда нет! Начну с тебя, пожалуй! Не подходи! Не смеши меня! У вас теперь нет заступника! Это кто? Это значит, ты хозяин? Да. Трусливый динозавр не может быть хозяином. Ты сам уйдешь или тебе помочь? Сам? А чего стоишь? Брысь отсюда! Ага! Дай я посмотрю твои лапы. Я смогу их вылечить, а пока ты не выздоровел, я останусь здесь и буду охранять порядок. Ты хороший хозяин страны динозавров, гигантозавр. Мне нравится, как у вас было тихо и спокойно. А Тирекс вас больше не побеспокоит. Пойдемте собирать травы и вылечим гигантозавра. До встречи, ребята. Скоро увидимся. Какой ты все-таки огромный. Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.